Стратегия «Заплати другому». Для тех, кто не видел одноименный фильм, обязательно посмотрите. Очень хороший фильм, душевный, я бы сказал. И самое важное, если вдруг по каким-то причинам вы не видели разбор стратегии 10-10-10, то обязательно сначала смотрим разбор той стратегии, потому что я там подробнейшим образом показал силу партнерской программы, сколько можно зарабатывать с трех уровней реферальной программы, конкретно в цифрах, конкретно на примерах. Для тех, кто посмотрел разбор, я вам хочу предложить альтернативную стратегию. Для кого она подходит? Для самых амбициозных, для самых заряженных, кто готов выжать из этого маркетинга абсолютно все. Для тех людей, кто понимает и осознает, что широкая первая линия – это залог успеха. Это фундамент ваших будущих больших заработков. Как вы уже поняли из названия, «Заплати другому» подразумевает под собой некие финансовые затраты. Но если мы говорим с вами про бизнес, сопоставимо ли это с открытием своего собственного бизнеса? Если вы захотите открыть бизнес на земле, кафе, ресторан, салон красоты, что вам нужно сделать? Заплатить за аренду, сделать ремонт и вливать постоянно деньги в рекламу. Если вы захотите открыть бизнес в интернете, что вам нужно сделать? Вам нужно найти программиста, найти хорошего дизайнера, найти хорошего копирайтера и платить им деньги за их работу. Но как показывает практика, 97% бизнесов закрывается в ближайшие 3 года. И очень много предпринимателей, которые закрыли свой бизнес, очень много лет платят за этот неудачный опыт, выбираясь из финансовой ямы. Потому что зачастую бизнес открывается либо на заемные, либо на кредитные средства. Если мы говорим про наш бизнес, вы получаете готовый бизнес под ключ и можете получать свою чистую прибыль уже с первой недели, с первого месяца. И самое важное, за что я очень сильно люблю сетевой бизнес, это то, что однажды проделанная нами работа превращается в пассивный остаточный доход. То есть, когда мы формируем широкую первую линию, у нас идет дубликация, во втором уровне мы имеем еще больше партнеров, в третьем еще больше, и мы начинаем зарабатывать с них пассивный доход. Мы получаем доход от их работы. Простыми словами, что вам нужно делать в любом бизнесе? Создавать товарооборот. Неважно, это кафе, это ресторан, это салон красоты, вам нужно либо продавать свои услуги, либо продавать свой товар. Что нужно делать в нашем бизнесе? Создавать товарооборот. И чем больше ваш товарооборот, тем больше прибыль вы вынимаете из этого бизнеса. Соответственно, одному можно легко сделать товарооборот, допустим, на 10 тысяч рублей, на 100 тысяч рублей. Но на миллион уже сложно. А когда у вас есть организация, есть команда партнеров, которых, допустим, 100 человек, и они с легкостью могут за день сделать оборот на 10 тысяч рублей, этот миллион делается очень легко. Сетевой бизнес – это не когда ты один прикладываешь 100% усилий, это когда 100 человек прикладывают по 1% усилий, и ты получаешь в конечном итоге 100% усилий. Для меня очень важно создание источников пассивного дохода. Ведь пассивный доход – это наша финансовая свобода, а финансовая свобода открывает нам путь к духовной свободе. Отдых, путешествия, саморазвитие, познание себя, воспитание детей. Когда у вас есть финансовая свобода, вы можете заниматься тем, чем вы хотите заниматься. Вы начинаете уделять время тому, что действительно важно и нужно в вашей жизни. Если мы говорим про стандартные способы получения пассивного дохода, у вас есть какой-то капитал, который вы копили долгие года, и вы его куда-то вкладываете, допустим, в недвижимость. Вам нужно купить недвижимость в своем городе, допустим, за 3 миллиона рублей, и вы будете ее сдавать за 15 тысяч рублей. Это как способ получения пассивного дохода. Но есть и альтернативные способы получения дохода. Это как раз-таки сетевой бизнес. Это когда мы деньги вкладываем не в недвижимость, а вкладываем его в партнера. Когда мы инвестируем в своего партнера, в свою команду, свои деньги, свое время, свои эмоции. И в конечном итоге этот партнер может генерировать нам ежемесячно хорошие деньги. Именно за это я очень сильно люблю сетевой бизнес. Сетевой бизнес – это бизнес человеческих историй и бизнес человеческих отношений. Это очень важно понимать. Возвращаемся к стратегии. С чего нужно начать? Первое – это бюджет. Нужно определиться с бюджетом. Какую сумму вы готовы потратить на развитие вашего бизнеса? 3 тысячи рублей, 10 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. Итак, первое – бюджет. Давайте для примера возьмем бюджет в 10 тысяч рублей. Если один юнит стоит 300 рублей, то, соответственно, на 10 тысяч рублей мы можем активировать 33 партнера. 33 партнера в нашу первую линию, как 33 богатыря. И как по принципу Паретта 80-20,
зачастую 20% из этих людей начнут активно рекрутировать и приглашать. И даже с большой вероятностью они выберут одну из стратегий продвижения. Либо 10-10-10, либо заплати другому. И повторят вас. Согласитесь, уже неплохо иметь в первой линии 33 партнера, которые двигаются в живой очереди, и вы зарабатываете с них с основного маркетинга, как только они достигают определенного уровня. А с тем учетом, что из этих 33 человек, 7 человек начнут активно рекрутировать и выстраивать вам широкую вторую линию, доход по партнерской программе не заставит себя ждать. А самое главное, вы начнете очень-очень быстро продвигаться по уровням в основном маркетинге. Сколько времени понадобится, чтобы подключить все 33 партнера в первую линию, при условии, что для них это абсолютно бесплатно, и они ничем не рискуют? Я думаю, что это легко можно сделать за день, за два, ну край за неделю, если вы прям очень сильно занятой человек, работаете в найме, у вас всего 1-2 часа в день свободного времени после работы. За неделю это очень легко сделать. Итак, с чего нужно начать? Второй этап – это рекрутинг. Рекрутинг мы разделим с вами на две составляющие. Это теплый рынок и холодный рынок. Я рекомендую начать вам именно с теплого рынка. Вы составляете список. Если вам больше 25 лет, то в вашей записной книжке должно быть более 100 контактов. Если меньше, то это повод задуматься. Начинаем составление списка теплых контактов. Минимум пропишите 100 человек. Возьмите отовсюду, из записной книжки, из социальных сетей. Выпишите всех человек. Не нужно решать за людей, будет он в этом бизнесе или нет. Ваша задача просто предложить ему наш бизнес. Напишите человеку, лучше позвоните человеку и предложите ему. И у человека будет два выбора. Либо да, мне это интересно, побежали, все, сейчас посмотрю, разберусь, зарегистрируюсь и оплачу сам за собственные средства. Либо человек говорит, нет, ерунда, лохотрон, не хочу и так далее. И здесь вы уже включаете ваше секретное оружие. Вы говорите, я готов заплатить за тебя, потому что я уверен в этом бизнесе, и я очень хочу видеть тебя в своей команде, потому что как человек ты мне очень сильно нравишься. И я больше чем уверен, что ты меня будешь благодарить потом, потому что твое финансовое положение очень сильно улучшится благодаря этому инструменту. Это просто инструмент. Если у тебя есть какие-то цели и мечты по жизни, то этот инструмент позволит тебе гораздо быстрее достигнуть этих целей, либо закрыть твои финансовые вопросы. Вы предлагаете оплатить человеку, и у человека опять встает выбор. Либо принять ваш подарок, тем самым показав свою слабость и отсутствие финансов, что многие люди не позволят сделать. Эго не позволит. Ну как так, что я 300 рублей себе не могу позволить? Да ну бред, давай я сам оплачу. То есть как бы вы склоните человека на свою сторону, и человек оплатит самостоятельно. Либо, как говорится, наглость – второе счастье, и малый процент людей скажет, да, конечно, давай сейчас зарегаюсь, оплачивай за меня. И вы оплатите за этого человека, но, как я уже говорил в разборе стратегии 10-10-10, если этот человек подпишется к вам в бизнес и получит первый финансовый результат, то когда он начнет приглашать своих друзей и знакомых, а он начнет приглашать, потому что наш маркетинг так устроен, что когда человек выходит на определенные уровни, он начинает получать ценные подарки, но при условии, что он начинает рекрутировать просто по минимуму, приглашать партнеров в нашу живую очередь. Поэтому, когда этот человек начнет звать своих друзей и знакомых, поверьте мне, все пойдут. Потому что они его знают как жесткого скептика, который ни во что не верит, а тут он вписался в какую-то тему, значит, это действительно стоящее. Поверьте мне, если вы отработаете 100 человек в своей записной книжке, то как минимум 50 человек активируются за собственные средства. Как минимум 50 человек. Но вы только вдумайтесь, друзья мои, 300 рублей стоимость активации. Это всегда эмоциональная покупка. Где человек за маленькую цену получает огромную ценность. Где человек просто из уважения к вам оплатит эти 300 рублей. И только потом уже начнет вникать, разбираться и поймет силу нашего инструмента. И только малая часть из вашего теплого списка, возможно это 10% всего, захотят, чтобы вы оплатили за них. И опять же, когда вы за них оплатите, они начнут вникать и разбираться. И в конечном итоге они влюбятся в наш бизнес. Потому что в наш бизнес невозможно не влюбиться. Как только мы отработали свой теплый список, мы переходим к холодным контактам. Здесь тоже на самом деле все очень просто. Все, что вам нужно, это определиться с целевой аудиторией. Кто ваша целевая аудитория на холодном рынке? Если вы мама в декрете, ваша целевая аудитория – это мамы в декрете.
Если вы спортсмен, то спортсмены. Если вы сетевик, то сетевые предприниматели. Конечно, сетевых предпринимателей в наш бизнес подключить будет очень легко, потому что они ищут различные инструменты автоматизации бизнеса в интернете. А здесь такое уникальное предложение, почему бы им не заскочить в наш бизнес. Поэтому мы выбираем свою целевую аудиторию. И дальше нам нужно найти нашу целевую аудиторию. Но это тоже очень просто. Если мы ищем сетевых предпринимателей, все, что нам нужно, находить различные проекты. Матричные проекты, линейные проекты, бинарные проекты. И просто утепляться с человеком. Зайти, посмотреть его профиль, нравится ли вам человек. Потому что вы зовете этого человека к вам в бизнес. И социальные сети очень много расскажут об этом человеке. Записывает ли он сторисы? Если записывает, значит человек активный. Если он не ведет свой профиль, то человек не активный. Вы в команду кого себе хотите получить? Активного лидера либо овощи? Я думаю, что активного лидера, конечно. Поэтому посмотрите за его социальными сетями. Если вам нравится этот человек, то сделайте ему предложение. Предложение, от которого он не сможет отказаться. Напишите, что вы готовы оплатить ему участие в нашем проекте, если он станет частью вашей команды. И, конечно же, человек скажет: вау, круто, мне такого никогда не поступало. Первый раз такое слышу, что за меня кто-то готов заплатить. Давай скинь мне предложение, что за бизнес, что за компания, да, я посмотрю. И я даже больше чем уверен, что если вы очень хороший человек, вы найдете общий язык, то человек, конечно же, зайдет за свои собственные средства. Потому что 300 рублей, повторюсь, это очень смешные деньги в наше время. Но опять же, если человек не захочет заходить за свои собственные деньги, то вы оплатите за него. И дальше вам нужно просто ввести человека по системе. Добавить его в наши рабочие чаты. А дальше мы уже как компания сделаем все сами. Сделаем все за вас. Мы постоянно будем делать для вас новые продукты, новые креативы, новые видеоролики. И самое главное, это бизнес человеческих историй. Здесь очень много партнеров будут получать свои подарки, будут записывать крутые видеоролики, и каждый день у нас будет очень крутой продающий контент, который хочешь или не хочешь, по капельке будет капать тем людям, которые подключились, но по каким-то причинам еще не стали рекрутировать свою первую линию. Они в конечном итоге рано или поздно начнут это делать. Потому что система так устроена. Потому что в нашей компании почва максимально плодотворная. Мы стараемся достучаться до каждого человека и показать ему силу нашего маркетинга. Итак, стратегия очень простая. Первое, мы определяемся бюджетом. Второе, мы начинаем рекрутировать с полной уверенностью в себе, в своих собственных силах. Если вы крепко стоите на ногах, за вами пойдут люди. А вы не можете быть неуверенны, потому что вы готовы заплатить за другого человека, дабы привлечь его к себе в команду. Третье. После того, как вы активировали партнера, он добавляется к нам в систему. И система сделает все за вас. Она покажет человеку социальное подтверждение, что да, здесь люди зарабатывают деньги, да, здесь люди получают крутые подарки, и да, здесь есть лидеры, которые очень сильно рекрутируют и зарабатывают неприлично большие деньги по партнерской программе. И, наконец, четвертое. Это подарки. За вашу активную работу, за то, что вы несете людям ценность, за то, что вы приводите их к нам в бизнес, вы участвуете в разделе «Арена», где бьются лучшие из лучших, и чем больше ваш результат по личному рекрутингу, тем круче подарок вы получаете каждую неделю. В разделе «Арена» бьются лучшие из лучших и розыгрыш подарков каждую неделю. И также раздел «Промо», где большинство промо привязано именно к количеству приглашенных людей. Вы получаете лотерейные билеты и участвуете в розыгрыше очень ценных призов. Вы этого достойны.